Открыл кран. Ждем некоторое время, чтобы поплавковая камера наполнилась, нового карбюратора, бензином наполнилась. Несколько можно пару раз дернуть. Провернуть двигатель. Клавиша старт и запускаю. Закрыл кран, вырабатывается топливо из поплавковой камеры карбюратора, чтобы последующий запуск сделать на газу. Подключил шланг к штуцеру. Подачу газа открываю, нажимаю на кнопку, вот здесь подсос на редукторе. Раз, слышите, как газ шипит. Два, ну и хорош, уже... По своему генератору будете смотреть, сколько ему надо. Заслонка в среднем положении. Делаю пуск. Воздушная заслонка полностью открыта. Ну, работает нормально.